Евгений, достаточно сложный выезд, 5 очков привезли, как впечатление от поездки? Да всегда приятно выигрывать, поездка достаточно тяжелая для нас была, ну, вот, усталость накапливается с каждой игрой, но отлично, что нашли силы, эмоции и привезли столько очков. Ну, поездку начали, то есть без перерыва, там через день игры, не удалось отдохнуть перед выездом. Как с Акбарсом ощущалось, определенная усталость? Ну, конечно, я повторюсь, что игры часто, усталость накапливается. Сейчас такой один из важных факторов, ну, занимает это восстановление между играми, правильное восстановление, питание, отдых. В связи с этим составляется план на это, и как бы мы его придерживаемся как можно чаще. Ну, в октябре очень многие матчи начинали гораздо активнее соперника, было преимущество заметное в движении. Сейчас в последних играх этого не ощущается, сейчас просто все команды вышли примерно на один уровень. Ну, все команды сейчас сильные, и правильно сказали, что и в «Нефтехимике», и в «Скунлунем», как бы соперник очень здорово начинал, хорошо прессинговал, как бы у нас определенные проблемы с этим были. Вот, но надо отдать должное, что мы перестроились и как бы вели игры до победы. Ну, всегда примерно вот в это время была первая пауза в чемпионате, сейчас ее нет. Насколько по ощущениям она бы сейчас пригодилась? Там на самом деле как бы игры часто идут, уже как бы на автопилоте, можно сказать. Как бы, играешь, отдыхаешь, как бы, если честно, даже уже не замечаешь, что паузы нет. Ну, какая-то эмоциональная, может быть. Не, ну конечно, она нужна, но как бы вот в декабре она будет. Надеюсь, что все восстановят силы, эмоции и продолжим дальше играть. Евгений, но победа над Куньлунь Ред Стар позволила Салавату выйти на первое место на Востоке. Насколько важно сейчас сохранить именно вот этот лидирующий настрой? Ну, на самом деле это важно и в плане психологии, что как бы нарабатывается как бы, там, принцип победителя, что ли. И, как бы, всегда хорошо идти на первом месте, но нужно смотреть вперед и как бы забыть, что у тебя за спиной, и как бы выходить на каждую игру, выигрывать, а там уже смотреть, что будет дальше. Вас порадовало, что обошли «Магнитку» родную в турнирной таблице? Я еще раз повторюсь, всегда приятно быть на первом месте. Ну, сейчас предстоит очередная домашняя серия и сразу матч с «Авангардом». Насколько успели отдохнуть? Вот один выходной всего был. Ну, отдохнули, и сегодня такой, можно сказать, восстановительный день, как бы. Очень много уделяем внимания на восстановление, на подготовку. Завтра покатаемся, раскатка, и я думаю, что будут все с новыми силами, с новыми эмоциями. Ну, какие ожидания от этого матча? Прошлый получился здесь, в Уфе, в одну калитку обыграли соперника. Сейчас, наверное, такого уже так легко не получится. Ну, я бы не сказал, что мы в одну калитку, это просто счет такой, наверное, был. Как бы, игра была напряженная, просто сложилась. Ну, все прекрасно понимают, что команда хорошая, там хорошие мастера, как бы, и сейчас неплохо играют, так что будет напряженный матч. Играете в паре с Цулыкиным много в этом сезоне. Есть ли какие-то трудности в игре с настолько молодым хоккеистом, который даже там МХЛ, ВХЛ прошел только вот со школы? Да нет, на самом деле все отлично, как бы находим взаимопонимание, как бы и что-то я подсказываю. В этом вообще проблем нет. Ну, помните, когда последний раз у вас был такой молодой партнер? Ну, нет. Он на 18 лет, он младше меня, как бы, такого партнера точно не было.